Собираясь на встречу с представителями общественного совета микрорайона, жители составляют перечень вопросов, которые хотят обсудить. Валентина Водославская радеет за чистоту и благоустройство всего Кировского района. В 2013 году вместе с десятками жителей активно боролась против стройки торгового центра в сквере на улице Старозагора. Ее удалось предотвратить совместными усилиями жителей и городской администрации. Люди хотят там отдыхать и хотят организовывать свой досуг, то, конечно, чтобы никакого строительства там не было, чтобы там была зона отдыха, чтобы мы дышали свежим воздухом, чтобы мы наслаждались красотой природы, которая у нас здесь еще сохраняется. На встречах проекта на связи с губернатором люди могут задать все накопившиеся вопросы. Общественники постараются ответить на каждый и найти пути его решения. Помогают им в этом и сами жители. По словам председателя Самарской губернской думы Виктора Сазонова, созидание и совместная работа – основная цель реформы местного самоуправления, которая активно проходит в Самаре. Одна из задач вот этой реформы местного самоуправления заключается в том, чтобы создать условия, при которых каждый человек, люди почувствовали хозяевами этой территории, чтобы они могли предлагать власти свои проекты, свои предложения по благоустройству, по улучшению качества жизни. Только в Кировском районе 19 общественных советов микрорайонов. По словам председателей, главное не сидеть сложа руки, дожидаясь у моря погоды, рассказывать о проблемах по мере их поступления и решать совместными усилиями. Уже 13 сентября жители сформируют команду созидания на выборах в районные советы депутатов. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.